Всем привет, друзья! В этом выпуске я хочу поговорить об ответе на вопросы по тегу о себе. Твое имя. Меня зовут Влад. В каком городе ты живешь и твой возраст? Мне 25 лет, живу я в Москве. На какую тему ты будешь снимать видео? Я снимаю видео о своем каком-то продвижении и продакшене, как я снимаю видео другим людям, либо какие-то заказы. Также фотоиндустрия и читаю стихи в основном. Также будут в дальнейшем клипы музыкальные с моим исполнением. И будет монтаж роликов, как я монтирую ролики, когда нормально учусь монтировать. Как часто будут выходить твои видео? Видео я буду выпускать либо раз в неделю, либо 1-2 раза в неделю. Возможно, чаще, иногда даже каждый день. 5. Есть ли у тебя ник? Ника у меня нет. Я Влад Широков, и также называется мой канал. Также я и во всех соцсетях. Почему ты решил снимать видео? 6 вопрос. Я решил снимать видео, потому что это как бы для своего самоутверждения, возможно, эгоизма. И мне нравится, когда аудитория что-то спрашивает. Также я вижу свой рост, когда монтирую ролики, даже себя самого. Вижу какое-то продвижение небольшое. Ну и улучшение своих каких-то навыков. Ну и в основном это для общения с людьми. Так, 7. Пробовал ли ты себя в съемке видео? Да, я пробовал. 8. На какое устройство будешь снимать видео? Снимаю я на Sony A7R 2, объектив 24-105 Canon. Как узнал YouTube и кого смотришь на YouTube? На YouTube я смотрю только американских блогеров. Узнал я еще лет 6 назад, когда в 16 лет у меня был свой блог, но я его забросил. На самом деле сейчас спустя в 2020, а это было где-то в 2015, я немножко такой смотрю, уже можно было прокачать канал, и он был, наверное, прикольным и мега популярным уже сейчас. Так. 10 вопрос. Передай тег другому начинающему блогеру. 10 вопрос, я не знаю, кому передать и кто этим занимается сейчас. Спасибо, если вам понравился данный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока, делитесь. Пишите комментарии, что можно снять, на какую тему, с удовольствием. Или какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу в видео. Спасибо, пока.